Всем привет! И сегодня с ним столько воспоминаний. Ну и да, вы увидели по названию. У нас голосование. Будем. Кто хочет, чтобы я устроил конкурс на свой аккаунт? И да, он прокачан, тут куплено всего лишь потрачено 18 робуксов, одна рубашка удалили, и тут только 10, и я только 13 робуксов, получается. Только в одной игре купил геймпас в паркур на радугу за 3 робукса. И да, тут он не очень прокачан, но тут сколько значков, это жесть. И столько много таких значит, и самое крутое — это прокачка в играх. Супер. Тут вот очень крутая прокачка. Сейчас, подождите. Сейчас. Ой. Так, что-то. Тут не очень прокачка есть. Так, еще у меня есть. О, вот он там. В пиге хорошая прокачка. Так. Тут тоже маленькая прокачка. Не очень. Так, еще есть. Еще. А, ну тут очень маленькая, но маловатая прокачка. Вот тут хорошая прокачка. Ой. Вот тут хорошая прокачка, нормальная. И тут очень крутая прокачка. Давайте дальше посмотрим. Вот тут хорошая прокачка. Так. Вот тут хорошая прокачка. Я вам покажу, какая хорошая прокачка в построй корабль. Так, вот тут. Сейчас значки приобретены. Еще у меня на аккаунте. Еще у меня на аккаунте. Друзья почти все русские. Вот. Заходим, вот Лём. Говорил, вот какая прокачка. Это еще не все. Вот, это все блоки у меня. В общем, супер прокачка. Также есть фармилка, еще один флот. Есть фармилка, вертуха. Ну фигня это. Сами увидите. Вот, могу я вам чуть-чуть подфармить. В лесном магнате я потерял топор за 550, потом наработал на самом маленьком классическом топоре 555, купил тот топор, который он показывал. И потом я купил топор за 2000 с чем-то.
Так, и кстати, все сундуки тут. Тут все сундуки, вот, смотрите, тут все сундуки. Да ладно. Куклы, сундуки тут все. Вот, накопил. Ну и вот. Пишите в комментариях. Продавать ли мне свой аккаунт или нет. Ну, точнее, разыгрывать ли его. Для этого правила конкурса новые. Возможно, для всех ютуберов. Сейчас. Вам для этого нужно разослать видос. Скопировать ссылку и разослать весь этот видос и мой канал. И сказать, чтобы они подписались. И посоветовать им, что он очень крутой. И тогда для всех будет конкурс. Еще поставить лайк, подписаться на канал. Ну, на все видосы поставить лайк и подписаться на канал. Ну, и всем, не знаю, пока-пока.